Hello всем, мои дорогие друзья! Сегодня у нас будет обзор персикового сока, но необычного. Персиковый нектар Цуяк называется. Он из Италии у нас. Данный напиток привлек мое внимание в магазине, специализированном под напитки, естественно, и я его решил купить, попробовать, так сказать, и снять на него обзор, чтобы вам стало интересно, пробовать его или нет, стоит отказаться и так далее, или есть более хорошие варианты, дешевые. Я, если честно, в первый раз такой напиток пробую. Раньше его не пробовал, как-то замечал на полках, но думал, что слишком дорого и не стоит покупать. Цена, кстати, скажу я вам о цене сразу же, с самого начала видео. Кто хочет смотреть мои видосы, я всегда цену озвучиваю. По возможности, конечно. Цуяк, персик, Италия. Стоимость данного напитка 85 рублей. Здесь вот первый недостаток этого напитка, отмечу, что тут всего лишь 200 мл. И действительно, смотрите, тут состав вода, потом персиковое пюре, 50% сахар и лимонный сок. Данный сок можно употреблять даже детям с 3 лет. Так, и изготовитель действительно, смотрите, Италия, импортер Санкт-Петербург. 200 мл здесь. Давайте начинаем пробовать данный напиточек. Ребятки, ребятки, секунду, сейчас камеру при вас открываю, вот показываю, как открываю. Я не всегда это показываю, потому что камеру неудобно держать, переднюю, именно на переднюю снимаю. Так, сейчас мы его нальем в стаканчик наш. Ух ты, так, налили. Так, о, ну по виду оно как... как обычное варенье персиковое. Ну, ну ладно. Иногда бывает внешность обманчива. Давайте начинаем пробовать его. Так. Ну. Ну, действительно вкусный, неплохой напиток, но это если вам лень, как бы из своего подвала брать и как бы доставать там варенье и так далее. Но цена, правда, оправдывает данный напиток. Он очень вкусный, практически не сладкий, хотя тут остатки сахара присутствуют. И натуральный достаточно, как бы. Действительно, хороший напиток. Но стоит он 86 рублей из-за того, что импортный, накрутка уже идет. Ну, как бы большего, в принципе, я не ожидал. Нормальный такой напиточек, хороший, но, думаю, как бы можно получше найти. Но именно, как бы, среди российских я еще такого сока, если честно, не находил. Так что он отличен за свою цену. Этот сок определенно, думаю, место на вашем столе заслужит, если у вас есть возможность как бы приобрести, купить сок. Ну, как бы, давайте будем честны. Есть люди, которые рационально расходуют свой бюджет, но я не всегда из таких, так что, в принципе, как сок, это хороший напиток, и натуральный сок, это очень хороший напиток. От аналога в пакете... Он сразу говорю, он отличается. Я пробовал персиковые нектары в магазинах. Он действительно отличается. Но недостаток в том, что его мало. Но он действительно натуральный. Ребята, ну что, если вам видос понравился, обязательно поставьте лайк и подпишитесь на канал, чтобы не пропускать новое видео. И поставьте колокольчик. Ну что, если вам... Ну что, желаю всем удачи, не буду повторяться. Всем пока.